Ну что, ребята, вот мы и поехали на соревнования уже. Наш вокзал. Он открывает наши просторные двери. Нашего города вокзал. Сумочки. Залетаем. Ну что, засниму, когда уже будем садиться на поезд. Прибыли. Поезда, поезда, поезда. Прибыли в Омск. Поехали сразу на взвешивание. Все, всем доброе утро, ребята. Ну все, мы вчера взвешивались. Взвешивались у каждого по 200 кг запаса. У брата и у меня все нормально, все хорошо, разместились. Вот. А это наш центр, где мы будем боксировать. А клуб этот основал Александр Шлеменко, кто знает его. Это его личный клуб. Будем в зале Шлеменко будем биться, короче. Биться, да, в его зале. В его, можно сказать, центре. Так что вот так вот пожелайте нам удачи. Сегодня у нас первые бои. Будем стараться. Да еще заснимем, дай бог, чтобы... конечно, заснимем. Вот, давай, брату могу дать слово. Если тут столовый. Ну, давай, скажу. Ну что, ребята, настрой боевой, бешеный. Так что все, ребята, смотрите, следите. Я видел вашу активность. Спасибо за вашу активность. Шлеменко, тоже спасибо за то, что мы в его зале будем мочиться сегодня. По правилам бокса. Конечно, он сам ММА, да, там туда-сюда. Но он сам же, опять же, ударник. У него больше ударка, да, в стиле ММА. Такой, да, центр единоборств. Да, хороший. Ну, мы еще там внутри там все заснимем, когда будем боксировать. По-любому просто... интересно, как там у Шлеменко в зале, да, вам? Да, конечно. Ну, вот. Сейчас просто... Многие, кто этим занимается, да, единоборством, они вот знают Шлеменко хорошо. Да. Да и так то даже. Сейчас почему мы не снимем внутри, потому что мы пошли завтракать утро. Да. Все, позавтракать. Нас туда навряд ли сейчас кто-то пропустит что-то снимать. Да. А так в 6 часов сегодня. Сегодня 6 часов открытия, все заснимем. Да, и там все заснимем, вы все увидите. Все, не прощаемся. Не прощаемся, еще включимся. Ну что, пора и поразвлекаться перед боями. Да. Но настрой держим в голове. Покушали, теперь можно немножко и развеять, чтобы переварилось себя. А что лежать дома на кровати? Так, тут вход, наверное, с другой стороны. Так, это вы. Не открывается, да, дверь? О, тигренок. Тигр. Давай, залетаем, залетаем. Раз, раз, раз. Все, мы в торговом центре. Блин, как он называется, я забыл. Вау, красота. Ё-моё. Гуляем. А это все сделано кулаками. Кулаками и тренировками. Кто может поверить, что вечером мы уже будем боксировать? Вечером будем боксировать. Смотри, какой фонтанчик. Классно. Здесь фотографироваться будет. С Новым годом, дорогие друзья. Елочка уже стоит. Это Новый год мы наконец-то теперь уже дома проведем. Ну что, я маленько взъерошен, но челюсть маленько замерзла. Блин, с Новым годом, друзья, сейчас мы сфотографируемся. Да. Продолжаем дальше. Прикольно, да, то, что мы этот год будем уже не где-то в армии, да, а дома. А уже, а уже здесь. Красота, красота, фонтанчик. Все, посидим в дворе. Ну что, показываю, где мы живем. Это вход, поднимаем сюда. Заходим в ту сторону туалета. Номер 5. Ну вот мы и заходим. Юрий Белов лежит, отдыхает. Ну что, сразу начну показывать. Небольшая комната такая, как говорится, как в Китае. Метр на метр, но уютно, но уютно. Но мы в первый раз в таких вообще условиях. Обычно все в больших масштабах. Но зато прикольно, что. Ярус на кровати, я здесь сплю. Как в армии, от армии далеко не уехали, ну ладно, что. В следующий раз. Даже в армии чуть побольше была комната. Ну что, вот здесь тренер спит, что. Да, тренер здесь я сплю. Здесь. Как говорится. Здесь наши плакаты, вот. Сейчас я хоть по плакату. Давай разверну и покажу. Давай. А тут мы с тренером спим, чтоб нам
сблизиться с тренером получше, чтобы мы друг друга понимали перед соревнованиями. Да, и так понимаемся. Вот такой плакат. Торжественное открытие. Так что, 3 дня соревнований всего. Думали, что либо мастерский, либо класс АБ будет турнир, но оказался просто по мужикам турнирчику. Нам это разбоксироваться, побоксировать после армейки. Неплохо. Так что как-то так мы живем. Так, всем привет, друзья. Забыл сказать. Все, подписываемся на нас, нашу армию. Создаем, мы будем вместе с вами двигаться. Если вы нас поддерживаете. Мы вас любим. Когда, точнее, вы нас поддерживаете, нам намного проще. И мы понимаем то, что нам надо снимать для вас. Да и нам так как бы проще, лучше двигаться, интереснее даже. Наша дорога и путь становится интереснее, когда вы у нас есть. Вот мы смотрим, много комментариев у нас в Ютубе, там, давайте дальше продолжать снимать, удачи, подходите грамотно ко всем боям, пишут, поддерживают. Смотри-ка, сел здесь, заговорил. Это сегодня он боксирует, кстати. Мы вам все расскажем после его боя сегодня, что вообще, как у нас бой, получилось. Выложим, дай бог, чтобы все было хорошо. Дай бог. Ну, здесь мы сразу видно, давайте живем. Тренер взял тут лапшура, говорит, и что-то, говорит, вообще не лезет, пошел сейчас в столовую попитаюсь. Вот, ну, пошел. Да, больше в поезде. Лапшурак больше в поезде надо кушать. Там атмосфера уютная. Потом, Дмитрий Владимирович тебя посмотрит в Ютубе, скажет, так, что ты мой доширак снимал? Смотрю снизу, свысока ты смотришь. Ну что, все нормально. Юра сегодня боксирует, болеем все за него. Только победу и только в путь. К этому шли целый год, мечтали, стремились, чтобы одним днем быть победителем. Так что дай бог, вера и все. Спасибо вам за поддержку везде, в соцсети, ВКонтакте, в Инстаграме. Мы просто мотивируем, нам все говорят, удачи, победы, боев. Просто ажиотаж, мне это нравится. Я вас люблю, мои подписчики. А это только начало после армии. Златоуст, сила. Златоуст, сила, всем говорю, кто будет смотреть. Златоуст, сила, Челябинская область. Вы еще это все увидите, да. Ну что? Ну это прикинь, это только начало после армии. Что дальше будет? Ладно. Дальше будет только лучше. Соревнования сегодня я засниму видос. Мы с вами, вы с нами. Все, двигаемся вперед. Я только что зевал. Это Омск. Это Омск, дед. А мы готовы. Идет разминка Юрия Белова. Камера поехала. Ну, всем привет, мы как бы не прощались. Ну, что хочу сказать, соревнования прошли, я сегодня боксировал. К сожалению, проиграл бой, не отдали победу. Ну, как не отдали? Может быть, где-то по бою немного и уступил. Ну, бой пока увидят сами они. Да, мы бой дольем отдельно от этого видеоролика, там, посмотрите. Вот. А так, всем привет, там, кто нас смотрит, кто поддерживает. Вот. И что хотел сказать, мы боксировали-то не с плохим, да, парнем, он на России вот недавно боксировал в Самаре. А матч-то вы показывали, вот. Так что, все да, серьезно? Матч, ну, да хороший, да, пацан там, говорит, с дагестанцем, говорит, боксировал, бой, говорит, у дагестанца выиграл, мне отдали. Ну, ничего, закатил, говорит, ничего, нормальный, завтра хороший я бой сегодня. В конце боя точно слышал, то, что аплодисменты были громкие. Ну, вы все сами увидите, посмотрите бой, оцените, там напишите все в комментариях, отдельно зальем. Кто дальше поддерживает, спасибо. Кто, мы не останавливаемся. Сказал, проиграл, и все, и ладно. Кто, вам тоже спасибо, то, что смотрели. И до свидания. Все, а так мы вас всех любим. Завтра я буду боксировать. Да. Завтра будет брат боксировать. Так что не выключаемся, еще включимся. Так что все. Держите удар, любите бокс. Это Владислав очередь. Сейчас будет выходить биц. Все, болеем, держим кулаки. Златоуст, Челябинск. Только вперед, сзади не даем. Покажем и кузькой мать. Ну что, прошел мой сегодня финальный бой. Отлично, побоксировали. Прям поразменивались нормально. Побоксировали, все четко. Но это вы увидите в следующих, получается, видео. Будут бои Юрин и мой выйдут. Не в этом видео, а в следующем. Вот, в этом видео вы увидите, с кем мы боксировали. Это, получается, человек, мастер спорта по боксу. Вот, ему 23 года, он боксировал вот на вот этой России, на чемпионате России в Самаре. Вот, показывали по Матч ТВ комментаторы. Короче, кто знает, где Эдмонд выиграл,
чемпионат России. Вот этот парень там боксировал. А чтобы там боксировать, это тоже надо быть достойным и лучшим, как говорится. Ну ничего, сегодня с ним отбоксировали. Юра вчера с ним отбоксировал хорошо. Ну, не отдали. Я отбоксировал. Ну, что, тоже. Ну, зато хорошие бои. Он местный, да? Он местный отсюда, так что, как бы, предпочтение ему на России был последний раз туда-сюда. Но нас это только сильнее мотивирует, что кто-то чего-то, ну, мы покажем, где и что, и где и наша сила. Тем более после армии такие хорошие. Конечно, 14 месяцев не боксировали, 14, мать его, месяцев. Не на таких? Потом выйти и достойно показать себя. Тренер рад, спасибо всем, кто поддержит нас, смотрит. Я вставлю сюда сейчас бой этого парня, который боксировал на России. Небольшой промежуток вставлю его, где он боксирует на России с другим пацаном, с дагестанцем. Вот, чуть-чуть небольшой промежуток вставлю. А следующее видео выходит Юрин бой и мой бой. Все, подписываемся на канал, смотрим. Спасибо за то, спасибо что... за то, что подписываетесь, мы вас любим. Спасибо вам, мы за видим. Такую огромную поддержку. Это чувствуется. Дальше. В комментариях больше. Пишите, в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме, поддерживайте. Пишите там удачи, там молодцы, красавчики. Это приятно. Все, это приятно, это приятно. Спасибо вам большое. Всем до новых встреч. Мы вас любим. Всем пока-пока. Красный Гуринга, Арагабаян, Омская область, Сибирский федеральный округ. Следующий поединок, уже восьмой, Арагабаян представляет Омск и Омскую область. В красной форме и чуть пониже. Как-то так пошли бойцы по нисходящей, ну, с точки зрения роста именно, но отнюдь не по точке зрения их боксерского мастерства. Арсен Махмудов в синей форме представляет Дагестан, Северокавказский федеральный округ. Давайте смотреть. Ну и надо еще отметить, что Арагабаян работает в стойке левши. Прессингует Габаян, но очень хладнокровно работает Арсен Махмудов. Причем надо отметить, что для левши Габаян довольно нетрадиционно работает. В плане чего? Обычно левша сам вызывает соперника на себя, тянет его для того, чтобы встретить сильнейшей левой рукой. Здесь же наоборот, явно, то есть Арагабаян рвется вперед, периодически эти удары слева и заносит туда в сторону соперника. Да, причем несколько комбинаций, которые заканчивались ударом левой сильнейшей рукой по корпусу, прошли у Арагабаяна. Есть ощущение, что Арсен Махмудов пока что присматривается к оппоненту, изучает его, причем сильные и слабые стороны. Вот сейчас таким тычком достал правым прямым Арсен своего визави.